Привет, это Камчатка с Александром Петровым. Пошел 10-й день моего участия в марафоне камчатских блогеров. Суть этого марафона – 3 недели подряд выкладывать на YouTube ролики о своей жизни. И сегодня мы с вами побываем в гостях у одного из лучших камчатских художников Владимира Ворошилова. Мы с моим старшим коллегой Игорем Вайнштейном пришли к нему для того, чтобы взять несколько работ для публикации в альбоме, посвященном Камчатскому краю. Это тоже из старых работ. Это хорошая вещь, но она это. Да, она в такой технике была сделана. Она, пожалуй, в печати не будет живой. Картинок много, но они где-то еще раскиданы. Я их сейчас, в общем-то, не... Да, сейчас мы отсюда выберем несколько работ. Сейчас мы отсюда выберем несколько работ. Ну, если выберем. Конечно, выберем. Это Телички. Был на этюдах там. Все мы ездили в свое время везде, да? А Кайл-Хота я в Ачай-Ваяме там это делал. Это из книжки. Это этюдики маленькие были в Ачай-Ваяме. Ну, этого вы знаете человека, наверное. Да. Чего-то знаю. Вот таким был 10-й день моего участия в марафоне камчатских видеоблогеров. Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки. Даже если вы никогда не видели ни одной работы камчатских художников, пишите комментарии. А если вы здесь впервые, не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, для того, чтобы не пропустить новые видео. До свидания.